Яндекс Ньюс. Сейчас у нас известный эксперт не только по внешней политике, это помощник евродепутата Татьяна Жданок, Юрий Петропавловский. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер всем радиослушателям. Да, мы, естественно, как обычно, по пятницам вечером подводим итоги недели. На этой неделе, если мы говорим о международных новостях, очень громко прозвучала новость. Ну, на мой взгляд, это что-то беспрецедентное, хотя, наверное, от Европарламента можно все ожидать в условиях, как мы сейчас говорим, не знаю, информационного или гибридного, но, тем не менее, была принята декларация, резолюция, осуждающая Россию за пропаганду. Притом в этой же резолюции было смешано все. И ИГИЛ, и Аль-Каида, и Спутник, и Russia Today. В общем, все вместе. Да? Вот почему вообще эта резолюция, пусть и не с большим перевесом, но все-таки прошла, какова ее цель, и почему все бросили в кучу? Ну, если одно уточнение, чисто арифметически, там перевеса вообще не было, она прошла благодаря огромному количеству... Воздержавшихся. Да, воздержавшихся. Да. Что говорит о том, что с одной стороны, так сказать, такой железной, непреклонной готовности рубить шашкой Россию на куски среди европейской. Но это не скажем, что это элита Европарламент на самом деле, Абик, потому что, например, вот уход, вы обратили внимание, заявление об отставке господина президента Европарламента Шульца о том, что он идет на выборы и чуть ли не собирается составить от социал-демократов конкуренцию мадам Меркель. Знаете, мой прогноз, господин Шульц оторвался от действительности и совершенно не понимает, что в Германии он почти никто. Это он в Европарламенте, в Брюсселе, вот я там тоже как бы кое-кто, да. Да, но я прекрасно понимаю, что влияние нас и депутатов Европарламента, и сотрудников, и советников, и экспертов Европарламента за стенами Европарламента, оно весьма и весьма, ну, скажем, бледно. Поэтому говорить о том, что это знак какой-то там нерешимости элиты, я бы не стал. Но кое-какой знак того, что даже столь далекие от реальности люди, как депутаты Европарламента, и подчеркиваю, очень далекие, потому что раз в 5 лет они вот получают вотум доверия либо недоверия избирателей. До следующих выборов Европарламент далеко, если даже эти люди воздерживаются в принятии таких, как это сказать, эпохальных, не решений на самом деле, а заявлений, это кое о чем говорит. Теперь о том, почему. Потому что, собственно говоря, политика, вы обратили внимание, только что победившей на праймерис, так называемых, предварительном голосовании среди бывшее движение, это республиканцы, бывшее движение за, как там, Союз за народное движение, забавное название. То есть это пост-пост Галлиста во Франции, Франсуа Фийон, простите, бывший премьер-министр, уже обвинен в пропутинстве, пророссийской позиции, в том, что он вот считает, что санкции ни к чему не привели, война санкций ни к чему не привела. Ну, для южных регионов Франции она кое к чему привела. Там, например, если вопли крокодиловы слезы на Deutsche Welle или BBC русских версиях, знаете, в России 27 тонн контрафакта поставленного, скажем, сыра, знаменитого пармезан, без которого умирает российская прогрессивная интеллигенция, как известно, да, на каждый день не доедает пармезана. Ужас. Вот 27 тонн пармезана отправлены, скажем, под бульдозеры, поскольку это нарушение режима санкций. Вместо того, чтобы передать их бедным и так далее, в дома, приюты и так далее. Ну, во-первых, 27 тонн на дома и приюты в России будут съедены. Знаете, напоминает анекдот, если один солдат советской армии выкапывает траншею окоп объемом 1 кубометр за 1 час, за какое время такой же окоп выкопает 100 тысяч бойцов советской армии. Представляете, 100 тысяч бойцов, копающих окоп, один окоп. Точно так же будет исчезнет этот пармезан и отнюдь не среди бедных. Так вот, 27 тысяч тонн яблок сейчас будет уничтожено только в Бельгии вследствие войны санкций. 27 тысяч тонн. В Испании и Италии уничтожены сотни тысяч мандаринов, апельсинов и так далее, и так далее. На юге Франции. Вот это все побуждает господина, еще кандидатов, кандидаты в президенты от республиканской партии Франции, по-моему, совершенно разумно, с точки зрения защиты французских, а вовсе не российских интересов. Знаете, я вот, честно говоря, сейчас обратил внимание, вы видели в Риме эти испанские, не попавшие в Россию, те самые санкционные апельсины, мандарины, что там, фейхуа есть. Да. Навалом всего, заметили? Дешево. Дешево потому, что это все ударилось о стенку санкций и отскочило из России к нам. В Германию и так далее. Вы заметили, какая это дрянь? Это барахло.
эти груши поюзанные, потертые, ощущение, что пожеванные, да? Вот я думаю, то, честное слово, я поздравляю россиян с тем, что все это барахло не попало на их прилавки. Но для Франции это потеря. И вот в этом контексте эта истерическая, я бы сказал, резолюция Европарламента, это попытка удержать политику конфронтации глобального столкновения России в условиях того, когда все поняли. Это бесплодно, это ни к чему не приведет. Более того, если я еще не вышел за рамки предусмотренного вами лимита для меня времени, забавные есть результаты, например, опроса германских социологических служб в отношении немцы к России, россияне, Германии и Европе. Показали, что 60% немцев страны, которая находится в жесткой конфронтации с Россией, является вслед за Соединенными Штатами лидером антироссийской политики, мотором столкновения цивилизаций внутри Европы. 60% немцев, не бывавших в России, хотели бы или намерены посетить Россию. А вы знаете, сколько россиян, не бывавших в Европе и в Германии, хотели бы посетить после вот этого всего Евросоюз? Сколько? 33%. В два раза меньше. То есть результат тот, что отчуждение, все, Европа и Россия в обозримые 10 лет не, так сказать, не восстановят бывший до хорошо. Этого уровня. А вот возвращаясь к этой резолюции, ведь на самом деле, что, разве западная сторона, если так можно сказать, не занимается такой же пропагандой? Только Россия занимается. Вот вы, по-моему, упомянули вот это совершенно независимые, как вы сказали, средства массовой информации, да. По-моему, Deutsche Welle и BBC. И как она характеризовала тех депутатов, которые голосовали против резолюции? Да? И тот, и другой ресурс, подчеркиваю, да. Государственный, финансируемый в обоих случаях государством, чтобы Deutsche там они не рассказывали. Да. Что, простите, если любого человека... 1400 уголовных и административных дел... позапрошлом уже, кажется, теперь году или в начале этого года за нежелание платить, так сказать, этот лицензионный сбор, на который существует BBC, который обязателен для любого резидента Англии, в том числе и не гражданина Англии, иммигранта, если он хочет что-либо смотреть, например, Russia Today. Он должен платить BBC. BBC за это право смотреть Russia это Today. Это демократически. Это демократично. Да. И что они пишут? Так вот, они кратко в обзоре результатов голосования, упоминая вот нашего депутата Татьяну Жданок, Яну Том и многих-многих других депутатов. А теперь уже Германии, госпожу Григула. Да. Уже и госпожу Григула, которые... Они характеризуют депутатов, которые голосовали против этой резолюции, мельком. Пророссийски настроенные депутаты голосовали против принятия этой резолюции. Вы понимаете, и никакой это, пропаганды. Никакой пропаганды, это не определение, это не утверждение, это просто констатация факта. Так, мимоходом. То есть приклеивается... Ярлык уже навешен. Ярлык, да, клеймо. Это пророссийски настроенные депутаты. То, что эти депутаты защищают интересы своих избирателей и своих стран, это не играет никакой роли, потому что разбираться в этом неприятно и не нужно. Достаточно заявить, это пророссийски настроенные депутаты. Точно так же Франсуа Фийон, если он считает, что санкции ни к чему не ведут, приводят к ухудшению ситуации, значит, он пророссийский кандидат. То есть идет игра на подсознании. Правда, она идет очень часто, там, например, такие ведомства, как ведомство госпожи Могерини, в которые входит более 5000 сотрудников, и которые включается уникальная машина от дипломатов до разведчиков, аналитиков. И, собственно говоря, вот вы знаете, European Stratcom, да, стратегическое командование, по сути, это... Никому не известная, вернее, малоизвестная такая конторка, бюджет которой нигде не раскрыт, Абик. Я, поверьте, хорошо, очень хорошо знаю бюджетные статьи практически всех институций Евросоюза, особенно внешнеполитических. Я могу вам точно сказать, что единственное, что сказано, в каких размерах финансируется Стратком, сказано, что он финансируется из бюджета Верховного представителя Европейского Союза по внешним делам. Все. Сколько? 5 евро, 50 евро, 50 миллионов евро, 500 миллионов евро. Вы этого нигде не найдете. И попутно в этих же заявлениях и комментариях, обратите внимание, Абик, практически все выступающие вот эти сторонники продолжения конфронтации постоянно повторяли. Нужно в связи с этим выделить деньги на противостояние, на противодействие, на сдерживание, на отбрасывание, в том числе стратком, в том числе деньги.
Это второе критическое соображение, критически важное. Почему эта резолюция была принята? На основании этой резолюции я могу вам практически железно гарантировать 12 лет работы помощником депутата Европарламента, что сейчас в Еврокомиссии начнет продвигаться вопрос об увеличении финансирования. Святое слово – деньги. Да. Вот хорошо. А что дальше будет? Вот зачем принимаются такие резолюции, где смешивается все? И ИГИЛ, и Россия. Для чего? Чтобы на одну доску как бы показать, что конечно, Россия конечно, ничем уже от конечно. ИГИЛ не отличается. Это создание контекста. Если вы обратили внимание, то некоторые из депутатов, голосовавших за эту резолюцию, заявили, что они ни в коем случае не подразумевают таким образом, что ИГИЛ является государственным или квазигосударственным образованием. Его нельзя приравнивать к России с точки зрения политической, юридической. Его можно приравнивать к России на основании, помните, знаменитая формулировка Рональда Рейгана «империя зла». Это не политология, это не философия, это пропаганда, агитация, это построение коммуникации. Поэтому создание контекста, нежелательного, негативного контекста, создание настроя – вот главная задача этой резолюции. Хотя моя оценка, знаете, эффективности подобного рода резолюции, она, ну, скажем, сводится примерно отношение как к анекдоту или к высказываниям пьяного бомжа на трамвайной остановке. На самом деле влиятельность резолюции Европарламента подобного рода декларативных, она стремится, я имею в виду общественный резонанс, к нолю, просто потому, что большинство европейцев очень плохо представляет, что такое Европарламент. Они вообще не знают, сколько там депутатов, чем они занимаются. И более того, я могу гарантировать, что огромное число европейцев, моих знакомых, не политиков, просто ненавидит Европарламент, Еврокомиссию, Совет Европы и Брюссель в целом. Это именно поэтому Brexit имел успех. Именно поэтому Голландия заблокировала ратификацию договора безвизового режима с Украиной. Именно поэтому Фландрия... занимает по сути антибрюссельскую политику в своих голосованиях по международным вопросам, потому что на самом деле, ну вот скажем так, мои коллеги по Европейскому свободному альянсу, каталонцы, шотландцы и так далее, вообще мы все официально считаемся европеистами и пробрюссельцами. Как бы регионы хотят прямого подчинения Брюсселю, помимо Мадрида, помимо Парижа, помимо Лондона и так далее. Я вам скажу точно. Опять же, 12 лет я член этой трансевропейской партии. Это неправда. Ничего подобного они не хотят, никакого подчинения Брюсселю. Знаете, в чем проблема регионализма? Не проблема, суть. Это надежда на то, что Брюссель далеко, а Лондон и Париж близко. Они не хотят вообще никому подчиняться. И вовсе они не энтузиасты брюсселизма, глобократии, европеизма. Хорошо. А вот, тем не менее, если мы сейчас во второй части об этом подробнее говорим, вот международный контекст, не кажется ли вам, что вот инициаторы вот этой декларации, да, где они Россию вместе вот с ИГИЛом смешали, они чуть поторопились, не дождавшись, не сориентировавшись, что будет в Соединенных Штатах после победы Трампа? Нет. Наоборот. Наоборот? Это точно так же, такой как упор... скоропостижное подписание президентом Обамы договора об ограничении выбросов и так далее, потому что именно пока еще Обама мог подписать, он не дожидаясь Трампа, который точно ничего подобного подписывать не станет. Думаете, не станет, да? Ну, исходя из его... Это просто-напросто, понимаете, это бьет по интересам в огромной степени. Например, американские нефтяные корпорации. Я думаю, все знают, какой вес энергетический комплекс играет в политике, в обществе США. Вы знаете, что Бундесрат, это малоизвестный такой государственный совет Германии, в отличие от Бундестага, о нем почти никто не слышал, недавно принял такое же решение, оно, правда, еще через Бундестаг не проходило, еще, как сказать, бабушка надвое сказала, как оно там будет реализовано, просто-напросто о полном запрете автомобильного трафика на территории Германии, по-моему, с 2019 или 2020 года. То есть только электромобили. То есть Германия делает ставку на то, ошибочную ставку, оценка экспертов, АБИК, смешная, 100 тысяч рабочих мест будет потеряно в Германии в связи с этой программой, потому что электромобиль содержит в 5 раз меньше комплектующих, чем любой двигатель внутреннего сгорания, любой автомобиль. И зависеть они будут
сегодня от корейских, китайских и японских корпораций, которые обошли там на три головы немецкие корпорации. То есть, эта заявка, она, так сказать, прыжок выше головы. Для Соединенных Штатов, почему я уверен, что Трамп ничего подобного подписывать не станет и сделает все, чтобы отыграть назад, просто потому, что автопром Соединенных Штатов – это миллионы рабочих мест и связанные с автопромом рабочие места. И энергетический комплекс, ну, это примерно... Очень осторожно говоря, без, а особенно с учетом котировок корпораций на биржах. Это примерно треть экономики Соединенных Штатов. Как вы думаете, Трамп настолько сумасшедший, чтобы отпилить сук, на котором сидит вся страна? Естественно, маловероятно. Нет. Поэтому вот эта вот истерическая спешка, с которой Европарламент принял это заявление, это сигнал того, что они боятся, что будет... со вступлением Трампа в должность уже как не избранного, а действующего президента. Хорошо, они тогда пытаются вот задать тон. Последний вопрос перед уходом на небольшую паузу новости и рекламу. Вот хорошо, не явится ли эта резолюция вот таким основанием для ведения реальной цензуры? То есть, не знаю, будут как-то запрещать Russia Today. Я не знаю, как в условиях интернета это все сделать, да? Но это что? Это первый шаг к цензуре? Или, как вы сказали... Это не первый шаг. Это не первый. Это далеко уже не первый и не последний, шаг. Да. И не последний. Да. Естественно, потому что, как, так сказать, господин Сноуден нам всем открыл, что я без него давно знал, еще с 80-х годов, на самом деле, как это сказать, неявной, непрямой цензуры подвергается практически 100% коммуникации, 100% участников. Единственный вопрос – это в том, что если вы, я или кто-то из наших радиослушателей сочтены, так сказать, удостоенной титула персонажа опасного для прогрессивного человечества, тогда мы почувствуем на себе, ну, честно говоря, я почувствовал. Да, вы уже почувствовали. Да, по-моему, вы тоже. И газета «Вести» сегодня, я не помню, радио «Болтком» разве обошлось без подобного рода экспириенсов, так сказать, опыта в области неприятностей. Тоже, да, было. По-моему, да. Были такие. Были, да. То есть цензура давно действует, Абик. На самом деле все дело в дозе этой цензуры. И вот эта резолюция Европарламента, это такое, знаете, точно один в один напоминает мне канун 37-го года, в котором был расстрелян мой отец, простите, дед, не за то, что он был колчаковским офицером, а за то, что он у Блюхера Василия потом служил в Красной армии Дальневосточной республики, воевал против японцев. Помните начало процесса по военно-фашистскому, троцкистскому анекдоту? Да-да, были. Согласитесь, заговор маршала Тухачевского, Блюхера, Уборевича, Кассиора и прочие. Сначала собрание трудовых коллективов, партийных организаций, профсоюзов, где народные... А, то же самое с Бухариным было, с Зиновьевым. Да-да. Знаете историю? Оторвать им собачьи головы. Кто может запретить дояркам, пенсионерам и пионерам? Вот и сейчас то же самое. И сейчас тоже. Кто ничего может запретить не депутатам Европарламента потребовать закрыть Russia Today? Это же не юридическое действие. А вот потом, уже потом, все может случиться, на основании народного недовольства широких депутатских масс, можно уже предпринимать и юридические действия. Микс Ньюс. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Сейчас продолжим. Да, еще раз добрый вечер, Юрий Петропавловск у нас в студии, помощник евродепутата Татьяна Жданок. Мы говорили об этой странной, я бы сказал так, вот дипломатической резолюции Европарламента, говорили о Трампе. Давайте начнем со звонка и потом еще поговорим о чудесах избирательных кампаний, не только в США. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, это Олег, я звоню вам из Вашингтона. Во-первых, большое спасибо, что предоставляете слово всем, и господину Петропавловскому особенно, потому что, ну, я знаю, что вы там немножко вопали в Латвии, да, но я, во-первых, хочу сказать про Russia Today. Russia Today очень популярная, довольно-таки популярная среди прогрессивной общественности Америки компания, то есть телекомпания, и она дает право, представляет, значит, эфир многим таким опальным политикам, ну да, не только опальным, а даже кандидату президента США от Зеленой партии Джилл Стайн, которая хвалила недавно совершенно эту компанию, говорила, что единственная телекомпания, которая, ну не единственная, но одна из немногих телекомпаний, которая дала ей право голоса. А вы прямо живете в Вашингтоне? Да, да, живу в Вашингтоне, ну и в Риге часто появляюсь тоже. И в Риге, и в Вашингтоне, так сказать. Но сейчас вы слушаете нас по интернету, видимо. Да, по интернету слушаю и смотрю.
Так что все вижу. Хотел сказать, у меня вопрос немножко не по теме. Да, во-первых, я полностью согласен с анализом Петропавловского, да. Вот, но у меня немножко лично, не дождь, лично просто, немножко вопрос не по теме, а я немножко отстал от событий. Скажите, пожалуйста, господин Петропавловский, насчет гражданства. Значит, дали ли вам его или нет? Но я знаю, что у вас там проблемы с этим. Просто хочется видеть таких вот вменяемых политиков больше в нашей любимой Латвии. Спасибо большое. Хотел сразу заметить, что это вот нас слушают прямо в Вашингтоне. Да, ну, вот да. Поясните по поводу гражданства. Я-то знаю, что не дали никакое гражданство, но поясните. Нет, естественно, не дали, потому что суд по правам человека вынес решение позапрошлом, Европейский суд по правам человека вынес решение позапрошлом году, что я не был репрессирован, мои права человека не нарушены, поскольку, цитирую, близко к тексту решения суда, я не изменил своей политической позиции, я не уменьшил свою общественную активность, и это говорит о том, что я не испугался, а, следовательно, я не был репрессирован, когда мне было отказано в предоставлении гражданства. Гениально. Следовательно, нет предмета для судебного разбирательства о возможном нарушении моих прав. Я вам могу сказать, что чисто юридически, естественно, прошло 10 лет с момента нашего, так сказать, вот этого острого юридического конфликта с тем правительством, давным-давно ушедшего Эмсиса, которого уже большинство, в отличие от меня, кстати говоря, забыло, кто он такой. Естественно, мне предлагали от латышской политической элиты путь, что я снова подаю на заявление, и как бы я, ну, уже вот 10 лет, как бы вот вроде как и ничего, и как бы мне дадут это гражданство. Я этого делать не буду по очень простой причине. Я действительно, как правильно заметили судьи Европейского суда по правам человека, не изменился ни на грош. Я не был лоялен тому правительству, не собираюсь быть лоялен нынешнему правительству. Я абсолютно уверен, что слово «политическая лояльность», отсутствующее даже в энциклопедии Британика, это абсурд. Я не собираюсь, не был лоялен КПСС и лично генеральному секретарю ни Никите Сергеевичу Хрущеву, ни Брежневу, не собираюсь никому. Поэтому я совершенно не собираюсь принимать предлагаемые мне правила игры. Поэтому гражданином Латвии, в которой я родился, родились мои дети и внуки, я не буду никогда. Спасибо большое. Вернемся вот к глобальным процессам. Я помню, что где-то вы еще задолго предсказывали победу Трампу, но понятно, что он уже победил, будем ждать инаугурации. Что дальше? Насколько вообще изменится, на ваш взгляд, мировой порядок с приходом Трампа? Потому что есть разные ожидания, начиная от дружбы между Россией и Соединенными Штатами и заканчивая тем, что, в общем-то, ничего не изменится, потому что ни один Трамп определяет американскую политику, и в Сенате, и в Конгрессе даже республиканцы отнюдь не все друзья Москвы, мягко говоря. Да? Вот как вы все видите, и что будет, вот, если Латвия сейчас вооружается и готовится, условно говоря, чуть ли не к войне, а потом раз, и случилась дружба. Как же быть? Знаете, Абек, мы фокусируемся, я понимаю, сейчас на исключительно, скажем, внешнеполитической деятельности, возможно, избранного президента Трампа, и на отношениях Россия-Америка, и таким образом Россия-Запад. Да. Напоминаю, что, скажем, забавно название главы Збигнева-Бжезинского, практического политика, автора из ныне того, в чем мы живем, действующего автора, подчеркиваю, его книги «The Choice», это «Вызов», «Выбор», извините меня, 2004 года, до русско-грузинской войны за Южную Осетию 2008 года, когда все сломилось, мне очень нравятся там подзаголовки. American Primacy, например, первенство, превосходство Америки. И одна глава называется «Американская гегемония и всеобщее благо». Да? Вот то так. Есть вот так вот там написано, что вообще благо для всего мира, что центр мировой власти находится в перекрестке буквально кольцевой дороги того самого города Вашингтона, из которого звонил наш радиослушатель, а все остальное не играет никакой роли. Но первое, это не так. И уже давно не так. Потому что и Москва, весомый центр влияния, если еще не прямой власти, Брюссель претендует, Берлин, несомненно, является центром власти, Лондон доказал, а перед этим шотландский референдум и Эдинбург, я огрубляю, конечно, не один Эдинбург, доказали, что они тоже кое-что весят. Мы живем, как правильно заметил американский политолог и футуролог Элвин Тофлер в своей широко известной в очень узких кругах книге «Третья волна» в постмассовом обществе. И вот, понимаете, Абек, избрание Трампа,
Это результат того, что, да, верно, подчеркивается, что ни один Трамп, ни один президент будет определять политику Соединенных Штатов. Но дело в том, что против Трампа была практически поголовно вся элита. Избрание Трампа – это восстание масс, я цитирую название, очень, опять же, известный в узких кругах испанского философа книги «Восстание масс» Ортега и Гассета. Но это не то восстание масс, это восстание постмассовых масс. Это восстание множества людей, между которыми формально очень мало общего. Например, за Трампа голосовали либертарианцы, сторонники крайней, противогосударственной свободы рынка. За него же голосовали сторонники социальной справедливости. За него же голосовал юг, белые христиане и евангелисты, которых достал прогрессизм, гомосексуальные браки, обязательные перевозки белых детей в черные районы на автобусах, тянущиеся со времен десегрегации Мартина Лютера Кинга, которые, как забавно, я бы сказал, точно, но вряд ли тонко заметил Джеффри Сакс, который практически был регентом России в правительстве Гайдара. Правительство Гайдара называли при Ельцине на Западе правительством Джеффри Сакса. Сейчас он такой леволиберальный мыслитель, профессор, который написал книгу «Цена цивилизации». Он так он отмечает, что рост расизма, ксенофобских настроений, антимигрантских настроений строго соответствует активности прогрессистов, десегрегации, позитивной дискриминации. То есть, чем больше нелегальных иммигрантов, а их было в прошлом году уже 11 миллиончиков, тем меньше их любят в Соединенных Штатах. Правда, удивительный фактор, да? Так вот, Трамп – это выбор всех, кому все это осточертело. И между этими всеми, как и в Европе, весьма часто, может быть, весьма мало общего. Но дело в том, что элиты... Кстати, где-то я заметил несколько раз в британских, по-моему, оценках, вот этот вот страх, Абек, почему еще Россия нужна как враг. Враг – это лучший способ консолидации. Элиты, особенно германские и британские, поняли, что они потеряли кредит доверия, то есть утрачен общественный консенсус, когда они были терпимы, хотя бы с трудом. Ну, например, такой простой пример. Если в 70-е годы в Соединенных Штатах средний доход, зарплату, я имею в виду, 100 высших руководителей корпораций в Соединенных Штатах превышал всего в 10 раз средний доход работников этих корпораций, в 10 разрыв был 1 к 10, то, извините меня, в 2000 уже году разрыв этот составил тысячу раз, Абек. То есть, как вы думаете, могут ли любить вашингтонскую элиту люди, которые знают, что они получают, вот их зарплаты реально, так есть понятие паритет покупательной способности. Доллар, когда говорят доллары, сегодня там миллиарды, Абек, это фуфло, а не доллары. Если мы берем времена, скажем, Кеннеди или Никсона, то, простите, курс доллара, покупательная способность доллара приблизительно в 20 раз снизилась. То есть зарплаты, доходы реальные, покупательная способность большинства американцев, 90%, не выросли с 72-74 года. Вот и, доходы... вот их реакция на все это. То есть им это осточертело. И поэтому будет очень любопытно посмотреть, как же вот это вашингтонские элиты попытаются зажать... Да, избранника вот этих вот абсолютного большинства, что бы там ни говорили, 2 миллиона у Клинтон больше и так далее, и так далее. В соответствии с избирательной системой штатов не играет роли. Никакой роли. Потому что эта избирательная система базируется на правах штатов. Весьма разумно, я бы сказал, базируется, потому что если скажут, вот знаете, в целом по штатам 2 миллиона больше, и плевали мы на вашу Флориду, плевали мы на ваше голосование, то возникнут проблемы со штатами. То есть, я о том, что и элитам придется считаться с тем, что большинство американцев не готово к ядерной войне с Россией. Оно не готово к Четвертой мировой войне, Третья холодная проиграна была, собственно говоря, Россия в оболочке советской идеологии, я бы назвал это так, да, Западом она была выиграна. Сейчас вот это продвижение, например, мало очень кто знает, что польские ВВС получили в 2008, сейчас только пошли поставки, в 2012-м, по-моему, заключен контракт на получение американских крылатых ракет воздушного базирования АГМ. Индекс не помню, 370 километров дальности, ну, так удобнее, GASSM в английском. Это крылатые ракеты, способные нанести удар примерно на глубину Смоленска, не доставая до Москвы, но исключительно из воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, Абек.
польскими F-16 американского производства. Американские ракеты, американские самолеты, польские пилоты на территории балтийских стран. Вот это такие вот игрушки, они, ну, я думаю, что большинство американцев мало волнует, честно говоря. А вот Россию это беспокоит, да? Россию они беспокоят. Тем более, что перспектива модернизации этих ракет – дальность до 1500. А это, извините, не только Москва, это уже и Тула, и это почти Казань. Но дело в том, что вот ответный удар по нам с вами, российский, ну, знаете, я не думаю, что американцы плохие люди, но я вполне понимаю, если они думают, ну и шиш там с ними, с Абиком Элкиным, с Юрием Петроволоским, они нас вообще понятия не имеют, кто мы такие. А вот ответный встречный удар уже российскими стратегическими ракетами по территории Соединенных Штатов, если вот утверждается одна ракета, сейчас вот они заменяются, СС-18 «Сатана», 10 боеголовок по 750 килотонн каждая, уничтожает, пишут, город Нью-Йорк. Неправда, они не город Нью-Йорк уничтожают. Одна такая ракета уничтожает штат Нью-Йорк, небольшая разница. И поэтому вот с этим вашингтонским элитам, по моей оценке, придется тоже считаться. То есть, мой прогноз. Я согласен с таким неплохим, по моей оценке, весьма аналитиком. Я это не комплимент, это, так сказать, не знаю, ну, это моя оценка. Эдуард Биров, это очень толковый, по-моему, аналитик ресурсов «Взгляд», который высказался так, что ждать, что Трамп будет делать подарки России, было бы наивно. Конечно. Трамп будет проводить политику, очевидно, которую он обещал, величие Соединенных Штатов, но не глобалистского величия. Разница, понимаете, в чем? Для Обамы, Клинтона, ну, вряд ли для Рейгана. И Рейган был последним, может быть, президентом. А, Буша, оба Буша, Буша младший, да, и старший. Да. Ведь разрыв элит и американского большинства состоялся тогда. Политика, начиная с Буша, старшего, это в первую очередь не американская, как ни смешно, политика. Это политика, в которой, как выразился покойный Сэмюэл Хантингтон, и еще живой Патрик Бьюкинен, которых я очень уважаю, это тоже жесткие ребята, это консерваторы, Сэмюэл Хантингтон, это, я напоминаю, прозвище «Вьетнамский мясник», когда он работал в Госдепе, он был автором концепции ковровых бомбардировок напалмовых во Вьетнаме, который потом оценил их эффективность, ну, как сказать, он признал ошибку, что это было зря, но он не принял моральную вину. Но, тем не менее, они оба подчеркивают, это консервативные антиэлитарные мыслители, что проблема американской политики в том, что она давно не является американской. Это политика в интересах американских как бы транснациональных корпораций, а вовсе не Соединенных Штатов как народа и государства. И Трамп – это выбор в пользу возврата Америки к американским интересам. Напомню такую иллюстрацию. Возможно, наши радиослушатели заметили, что вот в этом году и в прошлом году Конгресс Соединенных Штатов и налоговое ведомство Соединенных Штатов очень усиленно пытались, если не ошибаюсь, 200 миллиардов получить невыплаченных налогов, не полученных государственным бюджетом, да, США, с корпорацией Apple, Amazon.com, Microsoft, казалось бы, американские компании, но большая часть их подразделений, приносящих реальные доходы, зарегистрированы в Ирландии. И Брюссель, поучаствовав в попытках заставить американские компании вернуться в Соединенные Штаты и платить там, из чего можно было бы датировать образование пуэрториканцев, иммигрантов, позитивную дискриминацию, образование, прогресс и рушащуюся структуру Соединенных Штатов. Ирландия, естественно, заняла резко негативную позицию, потому что Ирландия справедливо заявила, лучше мы будем получать в десятую часть того, чем они уйдут отсюда куда-то. То есть я к чему? Те корпорации, которые в глазах всего мира выглядят американскими, по сути, американскими не являются. Интересы этих людей имеют такое же отношение к рядовому жителю Вашингтона или штата Вашингтона на западе Соединенных Штатов, или Нью-Йоркцу, или жителю Орлеана, оно имеет такое же отношение, как наши с вами вот ежедневные интересы имеют отношение к интересам и увлечениям британской королевы. Вот в чем проблема. И глобократия, несомненно, будет пытаться сохранить свой контроль над Соединенными Штатами, потому что Соединенные Штаты сегодня не являются на самом деле никакой империей. Збигнев Бжезинский выдает, скажем так, рисует сладкую картинку. Большинство американцев – это такой же расходный материал в топливе великой глобальной революции в интересах примерно 5 миллионов человек, которые на самом деле правят миром.
как и, скажем, народы Российской империи, были просто дровами в мировой революции для товарища Троцкого в свое время. Это правда. Вот возвращаясь все-таки... Да, давайте мы, возвращаясь вот все-таки вот к этой теме, с которой мы начали, можно ли, говорит, о том, прогнозировать, последний вопрос, если можно коротко, что вот приход Трампа все-таки, ну, приблизит мир к окончанию вот этой новой холодной войны? А, так, и не допустит четвертой, говоря вашей терминологии, четвертой войны. Знаете, я думаю, что мы можем поздравить в связи с избранием президента Трампа все друг друга, особенно мы, жители балтийских стран, которые являются просто фронтовыми государствами по сценарию той самой четвертой мировой войны, с тем, что, ну, 2-3 года, я думаю, мы поживем еще. Вот так. Ну, я очень осторожно, потому что силы, ставящие на использование балтийских стран и Восточной Европе в глобальном столкновении за мировые ресурсы, они тоже очень велики. Но в любом случае Хиллари Клинтон, это была гарантированная ядерная война. Абсолютно гарантированная. В отличие от мадам Клинтон, Трамп человек, который, я думаю... Знаете, не зная человека лично, не следя за ней, не отслеживая биографию годами, никогда невозможно предсказывать стопроцентно, но думаю, что он сделает все, что будет в его силах, подчеркиваю, не все, а все, что будет в его силах, да, для того, чтобы воздержаться, удержаться на краю пропасти. Чтобы все-таки ядерной войны не было, да? Потому что, в общем-то, это конец всеобщий, это конец Соединенных Штатов. Ставка идет, понимаете, не на ядерную войну, она идет как раз ставка на неядерную войну, на неядерную, потому что 7200 крылатых ракет «Томагавк» Блок 2А и вот эти самые АГМ воздушного базирования, 5000 программа, последняя пентагоновская модернизация, 12000. Абек, давайте прямо говорить. Я очень хорошо знаю военные балансы сил. У России нет ни малейших возможностей, абсолютно ни малейших, отразить эту массированную атаку. Кроме использования ядерного... Кроме ответно-встречного ядерного удара, опережающего по времени за счет разности в полете скоростей, уже действительно ядерными силами. Других вариантов нет. Просто если Россия не хочет быть уничтожена, вернее, не уничтожена, поставлена на колени и превращена во франшизу Запада, как писал Бжезинский, в том же выборе коллективное пространство, подобное Калифорнии и Аляске, на котором люди Запада смогут проявить свои амбиции в Сибири, осваивая Сибирь. Я цитирую практически американского политика. Да? Это не мое мнение. Это часто приписывают Мадлен Олбрайт, это Маргарет Тэтчер. Это неправда, они ничего подобного прямо не говорили. Это прямо написано, что написано пером, того не вырубишь топором, в нескольких книгах Збигнева-Бжезинского. Это политика. И если Россия, естественно, не захочет этого, то у нее, увы, ах, не останется других вариантов. И вот тут, понимаете, тонкий такой момент – это готовность Запада пожертвовать нами здесь. Надежда на то, что Россия нанесет ответный удар тактическим ядерным оружием класса «Искандер». 500 километров лета, простите, Абек. Вы думаете, это кого-то в Лондоне волнует? Да никого это не волнует. А цена совсем другая. Нанесение удара по балтийским странам, по Восточной Европе для России достаточно бессмысленно. Потому что не мы с вами, и даже не люди всеми, и не правительство Латвии определяет, состоится это этот апокалиптический сценарий или будем нет. Будем надеяться, что нет. Юрий Петропавловск у нас был в студии. Большое спасибо.